Сорок два. Сорок два. City tour. Экскурсия по городу. Экскурсия по городу. Is the market open on Sundays? Рынок работает по воскресеньям. Рынок работает по воскресеньям. Is the fair open on Mondays? Ярмарка работает по понедельникам. Ярмарка работает по понедельникам. Is the exhibition open on Tuesdays? Выставка работает по вторникам. Выставка работает по вторникам. Is the zoo open on Wednesdays? Зоопарк работает в среду. Зоопарк работает в среду. Is the museum open on Thursdays? Музей по четвергам открыт? Музей по четвергам открыт? Is the gallery open on Fridays? Галерея открыта по пятницам? Галерея открыта по пятницам. Can one take photographs? Фотографировать можно? Фотографировать можно? Does one have to pay an entrance fee? Вход платный? Вход платный? How much is the entrance fee? Сколько стоит вход? Сколько стоит вход? Is there a discount for groups? Для групп есть скидка? Для групп есть скидка? Is there a discount for children? Для детей есть скидка? Для детей есть скидка? Is there a discount for students? Для студентов есть скидка? Для студентов есть скидка? What building is that? Что это за здание? Что это за здание? How old is the building? Сколько этому зданию лет? Сколько этому зданию лет? Who built the building? Кто построил это здание? Кто построил это здание? I'm interested in architecture. Я интересуюсь архитектурой. Я интересуюсь архитектурой. I'm interested in art. Я интересуюсь искусством. Я интересуюсь искусством. I'm interested in paintings. Я интересуюсь Живописью. Я интересуюсь живописью.